С участием молодежи рассмотрена концепция проекта, который в 2020 году примет участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Как уже сообщалось, в прошлом году «АЛЛАТРА» впервые принял участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, куда направил проект «АЛЛАТРА» «Белгорючкамень». К сожалению, он прошел лишь 2 тура из 3 предложенных, поэтому в этом году администрацией города было принято решение данный проект доработать и отправить повторно. Как и в прошлый раз, специалисты отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ сначала решили обсудить его концепцию с населением. Поучаствовать в общественном обсуждении, внести свои предложения в проект, который имеет рабочее название «АЛЛАТРА. Город-музей», пригласили работников образования и культуры, студентов АЛЛАТРАского филиала Чувашского государственного университета и филиала Самарского государственного университета путей сообщения в АЛЛАТРА. Мероприятие, участие в котором приняли более 100 человек, состоялось в одной из аудиторий АЛЛАТРАского филиала СамГУБС. С разделами концепции присутствующих ознакомилась заместитель главы городской администрации, начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ Марина Федорова. Как сообщила Марина Владимировна, данный проект предусматривает благоустройство исторической части города, территорий, примыкающих к парку 30-летия Комсомола, к скверу Баронина и Ветвинскому, а также охватывает часть улиц Московская, Горшенина и Ленина. Устройство какого-нибудь общественного пространства города, которая востребована нашими жителями, которая будет использоваться максимально с толком, с расстановкой. Поэтому для этого необходимо вот это вот общественное участие и услышать ваше мнение. Для того, чтобы максимально это прошло четко, коротко и продуктивно, мы вас здесь собрали небольшими группами, расформировали, посадили вас по столам. И сейчас у вас на столах лежат листы, белые листы, на которых обозначено то общественное пространство, на котором мы будем благоустраивать и который в перспективе будет принимать участие в конкурсе. Стоит отметить, что молодые люди активно включились в обсуждение данного проекта, внося свои предложения. Все они будут учтены в ходе разработки концепции, а лучшие из них в нее включены.